Здравствуйте. На канале РЕН-ТВ программа «Народ против». Я ее ведущий Александр Милосердов. Это единственная программа, в которой выигрыш не ограничен. А вопросы присылайте вы, телезрители. Я прошу кресло игрока нашего участника. Добрый день. Москвич Евграф Котлов, певчий в хоре. Помимо пения, увлекается разведением комнатных растений. Очевидно, именно их вы возьмете себе в помощники. Да. Я расскажу вам правила нашей игры. Всего 5 раундов. 4 минуты. В каждом раунде у вас по 5 вопросов. На них нужно ответить. В первом раунде на 1 из 5. Во втором на 2, в третьем на 3, в четвертом на 4, в пятом на 5. Хочу еще напомнить, что вопросы замены комнатные растения придут вам на помощь 3 раза во время 5 раундов. Да. Будем играть? Давайте. Играем. Народ против Евграфа Котлова. Первый раунд, первый вопрос. Какие два члена простого предложения по правилам русского языка являются главными? Лежащее и сказуемое. Верно. Это был первый раунд, а в нем один вопрос, на который вы сразу ответили. И затратили на это 7 секунд. А выигрыш за 7 секунд – 1000 рублей. И в запасе у вас 3 минуты 53 секунды. Комнатные растения могут прийти нам на выручку 3 раза. А вот первый вопрос второго раунда. Какая актриса сыграла эпизодическую роль буфетчицы в фильме «Полосатый рейс»? Пас. Фрэндлих. Какое правило физики магнитного поля получило название от инструмента для сверления? Правило Буравчика. Верно. Какой российский политический деятель является автором книги «Президентский марафон»? Пас. Ельцин. Какой международный весенний праздник отмечается в России с 1913 года? Весна и труда. 8 марта. Ну ничего. Ольга Нестеренко прислала 1000 рублей. Это значит, далее следует гонг-игра. Но прежде я расскажу правила. В ней 3 варианта. Один из них удачный. В нем гонга не будет. Вдруг других он есть. Какой вариант из 3? Третий. Третий. Гонг-игра. 20 рублей. 109 рублей. 215 рублей. 230 рублей. 249 рублей. 268 рублей. 388 рублей. 473 рубля. 529 рублей. 536 рублей. 546 рублей. 555 рублей. 565 рублей. Ольге Нестеренко, которая прислала к нам вопрос, за участие в нашей программе достается выигрыш 1000 рублей. Евграф, а вы, к сожалению, уходите от нас ни с чем. Ничего. До свидания. А вот и наш новый веселый игрок. Кто же это? Илюхина Наталья Николаевна. Да. Из города Москва. Да. Она учитель физики. Увлечена народными костюмами. Сами шьете? Вообще все, что связано с рукоделием, ручным творчеством, природными материалами. А это я сразу и вижу, потому что ваш воротничок говорит об этом. И не только воротничок. Маленький комплимент, если можно. Да, конечно. По-моему, это великолепно. По-моему, тоже. А труд, наверное, Спасибо. Немалый. Да, это очень труд. Немалый, кропотливый, но зато и результат. А правила знаете? Конечно. Но я все-таки напомню. Хорошо. Пожалуйста.
а минут 4. Несправедливо. И каждый раунд по 5 вопросов. А в первом раунде нам нужно ответить на один вопрос, а во втором на 2, а в третьем на 3, а в четвертом, естественно, 4, а вот в пятом на целых 5 вопросов. Ну что ж, будем стараться. Будем стараться, но при этом нужно выбрать вопросы замены. Из какой темы выбираем? Ну, из Булата Шаловича. Играем. Играем. Народ против. Натальи Илюхиной. Раунд номер 1. И очень простой вопрос. Вот он какой. Какое имя в книге Карла Колоди носил прототип Буратино Толстого? Пиноккио. Верно. А теперь играть будет еще веселее, потому что у вас вот какие результаты. Выигрыш 1000 рублей, а в запасе 3 минуты 53 секунды. Песни Булата Акуджавы, все 3, вопросы замены, не использованы. А значит, можно приступать ко второму раунду. Можно. Пока настроение не испортилось. Не надо портиться настроению. Тогда не будем. Вместо этого первый вопрос. В какой кинокомедии звучит фраза «Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку»? «Бриллиантовая рука». Конечно. Имя какого казачьего атамана носил первый в мире арктический ледокол? Ермак. Да. Результаты таковы. Выигрыш уже. Глазам не верю. 2500. Сумасшедшие деньги. Сумасшедшие. А время еще более сумасшедшее. 3 минуты 38 секунд. Может, немножко вычеркнуть? Да нет, не надо. С такой-то игрой. А вдруг понадобится? У нас еще впереди есть что? Что? У нас впереди еще есть 3 вопроса замены Булата Акуджавы. Булата Шаловича можно и поберечь. Хорошо, побережем. А пока третий раунд и первый вопрос. Как называются небольшие естественные водоемы на городских тротуарах с дождевой водой? Лужи. Они. Как называется точка небесной сферы, противоположная надиру? Зенит. Да. Символом победы над какой страной стала статуя Самсон, раздирающий пасть льву в Петергофе? Пас. Над Швецией. Как называлось имение, где прошло детство Лермонтова? Пас. Тархана. Как называется подвижный поперечный брус на мачтах парусных судов? Рея. Верно. Пять тысяч рублей уже. Сумасшедшие деньги. И, по-моему, время вообще не изменилось. Сколько было, столько осталось. Опять 3 минуты 4 секунды. Даже незаметно летит время, как, а? Да, можно помедленнее шагать. Тогда будем играть медленнее. И помните, что у вас была Акуджава. 3 вопроса замены еще с вами. Вопрос будет трудный или нетрудный? Угадайте. Давайте полегче. Как называется официальная торжественная клятва военнослужащих? Присяга. Из мех какого животного изначально шили шапки королевских гвардейцев в Великобритании? Медведь. Да. С какой страной имеет сухопутную границу княжество Монако? Франция. Висеса. Какое стихотворение Пушкина начинается строкой «Сижу за решеткой в темнице сырой»? Узник. Это так. Посмотрим. 2 минуты 40 секунд. Правильно. А выигрыш 15 тысяч. Все? Нет, ни одной. Ни одной. Значит, можно играть. Можно. Значит, играем. Нужно. 5-й раунд. Пас 0. Ни одного. Вопросов 5. И тоже очень-очень легкие. Смотрите. Первый. В каком украинском городе родился Михаил Афанасьевич Булгаков? Пас. В Киеве. Замена. Вопрос замены. Какого цвета знаменитый полночный троллейбус из песни Акуджавы? Синий. Правильно. Как звали дочь Зевса, богиню охоты в греческой мифологии? Афина. Нет, это Артемида. Посмотрим, кто нам задал вопрос. Андрей Белолапотков из города Егорьевск. Андрей, вы нас слышите? Это жена его. Здравствуйте. Здравствуйте. А как зовут его очаровательную супругу? Тамара Ивановна. Здравствуйте, Тамара Ивановна. Да. У нас сейчас была феерическая игра, а играла Наталья Илюхина. Ну вот, вопросик один. Ее подвел. Именно наш, да? Да, это тот вопрос, который прислал ваш муж.
в гонке игре. Знаете, какую сумму? Нет, не знаем, конечно. 15 тысяч рублей. Вот только не знаю, какая часть ее перепадет вам и вашему мужу. Посмотрим? Посмотрим, конечно. Гонка игра, а прежде правила. В ней три варианта, когда мы будем разыгрывать 15 тысяч. Один очень хороший. Гонга не будет. А в двух других как вдарит, когда неизвестно. Можете остановить игру, нажав на кнопочку. Готовьтесь. А прежде скажите, вариант игры. Один из трех. Давайте первый. А теперь не менее веселая игра с Натальей Илюхиной. Гонка игра.9 596. Ну что ж, вам показалось, что именно сейчас. Да. И поэтому в город Егорьевск отправляется сумма 5404 рубля. Всего вам доброго. Спасибо. Наталья, вы выиграли 9596 рублей. А вот сейчас мы посмотрим, что было бы, если бы вы не нажали кнопку в гонке игре. 10 356, 15 тысяч, и гонга не было. Ну, было бы несправедливо. Спасибо большое за игру. И вот ваш выигрыш. 9596 рублей. Я с вами прощаюсь. Спасибо. До свидания. Добрый день. Добрый день. С нами играет Василий Сергеевич Филиппов. Приехал из города Иваново. Предприниматель. Удивительную тему выбрал Василий Сергеевич себе в помощь. Преферанс. Так вы игрок. Играем помаленьку. И реклама. И вот мы снова в студии игры «Народ против». Наш игрок Василий Филиппов. Василий, игра наша серьезная, с серьезными правилами. Вот какими? Каждый всего по 5 вопросов. На все 5 раундов у вас 4 минуты. Достаточно много. В первом раунде вам нужно ответить на 1 вопрос из 5. Во втором – на 2, в третьем – на 3. В четвертом на 4, в пятом на 5. Вопросы замены могут помочь вам. Народ против Василия Филиппова. Первый раунд, первый вопрос. Какое военно-морское звание произошло от арабского «Амир Альбар»? Я, конечно, догадываюсь, но пас. Адмирал. Кого Герцен с горькой иронией называл крещенной собственностью? Пас. Крепостных крестьян. Как физики называют процесс перехода газа в жидкость? Пас. Конденсация. Как называется бухта, на берегах которой расположен Владивосток? Пас. Золотой рог. Какой авиаконструктор создал самолеты русский «Витязь» Илья Муромец? Туполев. Сикорский. А вопрос задала Юлия Дорохова.
приносит вам 500 рублей. Спасибо большое. Будем ждать ваших вопросов. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Василий Филиппов, не огорчайтесь. Где вы? Но ваш выигрыш составил 0 рублей. В курсе. Спасибо за игру. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте, Александра. Город Москву. Представляет сотрудник Сбербанка Воронина Валентина Григорьевна. Мощнейшая жизненная энергия Валентины Григорьевны позволяет ей иметь достаточно широкий спектр интересов, куда входят книги, спорт, театр, музыка. Еще путешествия. Ах, еще и путешествия? Больше всего я люблю путешествовать. Много были за границей? За границей я не была, но зато объездила всю Россию. Практически весь Советский Союз. Но я думаю, что вы не одна путешествуете. И одна путешествовала, и с сыновьями. Расскажем вам и вашим сыновьям о правилах нашей игры. Всего 5 раундов. Каждый по 5 вопросов. На это у вас 4 минуты, чтобы ответить на все вопросы 5 раундов. В первом раунде вы должны ответить на 1 вопрос из 5. Во втором на 2. В третьем на 3. В четвертом раунде на 4 вопроса. В пятом на 5. К вам на помощь могут прийти вопросы замены. Из какой области знаний они будут? Готовы играть? Да. Народ против Валентины Ворониной. Первый раунд, первый вопрос. Вспомните имя сына Кенги из сказки Милна. Винни-Пух и все-все-все. Пас. Крошка Ру. Назовите биолога первого президента Восхнил, арестованного в 1940 году. Правильно. Выигрыш у вас 1000. Время в запасе 3 минуты 45 секунд. Высоцкий в кино. 3 вопроса замены с вами. Второй раунд, первый вопрос. Под каким именем известен французский врач и астролог 16 века Мишель Нотр-Дам? Пас. Нострадамус. Какой стиль в живописи, в музыке переводится с французского как впечатление? Пас. Импрессионизм. Назовите возвышенность, на которой берет начало великая русская река Волга. Среднерусская. Нет, Валдайская. Посмотрим, кто прислал вопрос. Ольга Сажина, город Конаково. Здравствуйте. Ольга, дойти Валентине Ворониной до 3-го тура. Чем я вас и поздравляю? Потому что мы будем разыгрывать деньги. Хорошо. В гонке игре. Сумма эта 1000 рублей. Итак, правила гонки игры. Согласитесь, тоже достаточно интересно. Смотрите. Ну, вообще, да. В гонке игре 3 варианта. Помните? Да. Я выбираю первый. И, наверное, он счастливый. Гонка игра. Двадцать рублей. 169 рублей. 262 рубля. 318 рублей. 355 рублей. 484 рубля. 508 рублей. 537 рублей. 546 рублей. 676 рублей. 689 рублей. Итак, вы оставляете все Ольге. Ольге. Ольга. Жаль, приятно, что она выиграла. Надо было, чтобы получил игрок. Мне кажется, что Валентина сделала это умышленно. И вы получаете выигрыш 1000 рублей. Спасибо. И он полетел к вам в город Конаково. Спасибо, всего доброго. Всего доброго. Валентина, я прошу вас не расстраиваться. А я не расстраиваюсь. Несмотря на то, Валентина, что вы не выиграли ничего в нашей передаче, я рад за ваших сыновей, потому что у них замечательная мама. Спасибо вам за игру. Всего доброго. До свидания. Ну что ж, я вижу, что игра будет сейчас жестокой. Посмотрим, посмотрим. Ого! Кто же это с нами играет? Это Ефимов Александр, мой тезка.
Александр Борисович, из города Москва. Ведущий концертных программ, любит театр, чтение и интернет. И где же вы выступаете? Везде. Не, на самом деле ведущий широкого профиля, начиная от детских программ и заканчивая большими концертными площадками. Завидую. У вас... А я вот только начинаю вести. Не знаю, как у нас получится. Ну, многое будет, во всяком случае, зависеть от удачи. Поможете, если что? Ну, если что, давайте поменяемся местами. Спасибо. Я лучше вам правила наши расскажу. Ну, давайте. Посмотрим. В нашей игре 5 раундов. И каждый из них по 5 вопросов. У вас есть время на 5 раундов, 4 минуты. В первом вы должны ответить на 1 из 5 вопросов, во втором на 2, в третьем на 3, в четвертом на 4, в пятом на 5 вопросов. На помощь вам может прийти вопросы замены на выбранную вами тему. Какова она? Император Александр II. Это сирена, а значит, игра наша окончена. И это была «Игра народ против». Увидимся в следующий раз. А если вы хотите принять участие в нашей программе, посетите наш сайт vmedia.ru или звоните нам по телефону 258-59-76. Всего доброго!